В Люберцах подвели итоги футбольного сезона 2017. Мероприятие прошло во Дворце культуры. В торжественной обстановке медали и кубки получили лучшие из лучших – спортсмены, тренеры и арбитры. Мы сегодня собрались подвести итоги футбольного сезона, потому что Люберцы, мы всегда говорим, это территория спорта, а самый массовый вид спорта в Люберцах какой? Конечно, футбол. Церемония награждения победителей – это всегда волнительно и радостно. Сегодня на эту сцену вышли лучшие футбольные команды городского округа Люберцы. Они получили заслуженные награды из рук главы муниципалитета и почетных гостей праздника – футболистов московского «Локомотива» братьев Миранчуков. Сегодня этим видом спорта в округе занимаются около 1500 человек. И это только те, кто посещает футбольные секции. А ведь в муниципалитете развит и дворовый футбол, и игры на школьных стадионах. Футбол – это командная игра. Когда ты надеешься на своего коллегу, на своего партнера, который вовремя пас отдаст, или которому ты отдашь, который вовремя тебя подстрахует. По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, развитию футбола в Люберцах уделяют много внимания. Сейчас в округе 4 поля с искусственным покрытием. В следующем году планируется открыть новые. Также в перспективе реконструкция стадиона «Торпедо». Мария Лапычева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.